Ну, каскара Саграда, без нее вообще никуда. Она применяется на первом этапе, на слабительном этапе, потому что это трава, которая оказывает мощное послабляющее действие, усиливает перистальтику, регулярный стул. И если вы не применяли слабительные, значит, вы провели неполную очистку, потому что для того, чтобы очистить кишечник, конечно, нужно применять слабительные травы.